Мы завершаем данную подгруппу представительницей компании VERS Оксана Добрядян. Давайте поаплодируем. Оксана, вы не одна, да? Да. А как коллегу зовут? Евгения. Евгения. Друзья, отгадайте, кто Оксана, а кто Евгения? Это первый вопрос. Ну, вы готовы? Немножко неверно назвали мою фамилию. Добрыдина. Как? А вы поправляете. Я поправляю. Добрыдина. 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 Да. Друзья, исправляюсь. Оксана Добрыдин. И Евгения. И Евгения. Есинская. Добрый вечер. Здравствуйте. Готовы? Три, два, один. Начали. Привет, Жень. Привет, Оксана. Куда ты направляешься? У тебя с собой такая большая сумка. Может, ты собралась на шопинг? Ну, ты знаешь, нет, я только на пикник. У меня, как всегда, здесь только самое необходимое. А у тебя, я смотрю, такой маленький кошелек, ты на шопинг? Нет, я тоже на пикник. И взяла с собой только самое необходимое. Музыку, которая всегда со мной. Ну и что это? Это новая портативная акустика DD1007. Она удобная, компактная, недорогая и отлично помещается в моей сумочке. Ой, ну не знаю, техника, это всегда так сложно. Нет ничего сложного. Сюда вставляется карта памяти, а здесь разъем для батареи. И все мои друзья могут слушать музыку вместе со мной. Но ты знаешь, мой муж, он играет в компьютерные игры даже на природе. Нет проблем. DD1007 подключается к ноутбуку. Попробуй, ему понравится. DD1007. Для дома, для отдыха, для долгой поездки. Возьми музыку с собой.